Доброго времени суток, уважаемые подписчики, зрители канала. Подпишитесь, пожалуйста, на каналы на наши. Аслан Исаев, ТВ Маэстро, Павленский Поворот, Братское Сердце. Братские каналы, которые занимаются добрыми делами. Без интриг и всяких заморочек. Без оскорблений своих подписчиков. Всяких других нехороших дел. Ну и сегодня у нас понедельник, день тяжелый. Аслан болеет, не бухает. Подписчица нам Татьяна Владимировна перевела 500 рублей. Сейчас мы купим покушать супчики и отнесем ребятам. Там их трое, два белоруса, Валера, Санька, ну и Аслан. Возьмем минералочки. Короче, на что хватит. Приятного просмотра. Еще раз прошу, подпишитесь на канал. Поставите лайк. Напишите комментарий от трех слов. Комментарии и лайки двигают наши видосы в рекомендации вверх. Что еще хочу сказать. Ребята, кто желает помочь каналу, все данные находятся в описании, внизу видео, каждого видео и в описании канала. Мы не откажемся от материальной помощи. На этом движется наше движение. Такой вот каламбур. Приятного просмотра, всем удачи, хорошего настроения. Поехали. Так, ну затарился я супчиками, сигаретами, минералочкой. Идем, короче, на базу к Аслану и Бульбе. Надеюсь, Татьяна Владимировна не будет ругаться, что мы купили не по 170 рублей супчики, а по 50. Пусть хотя бы это съедят. Просто исходим из суммы. Попросили ребята сигарет и минералки. Поэтому на все бы не хватило. Как-то так. На Савеловской у нас пока тишина. Никого не видел из наших. Наверное, еще спят, что ли. Или где все есть, непонятно. Но вчера, видимо, не дебоширили, вокзал на месте. Это я сейчас покажу, ребята, вам переход, какой здесь сделали. Может быть, уже видели, но еще раз. Тот переход, где постоянно у нас зависает видос в прямом эфире. Такой тут закуток. Раньше палатка была. Такие тут фонарики. Все классненько. Здесь гитаристы играют обычно. Такой карманчик. Так, ну и пришли мы к ребятам. Где они? А где они? А, ёпт. Ослеп, блядь, совсем. Так, а это что за... На работу пора, Валера. Так. Татьяна Владимировна нам подкинула пятихаточку на супчики. Такие я взял. Сегодня, блядь, пошел, сука, хотел доширак взять, нахуй. На кассу не хватает, блядь. Думаю, дай, блядь, позже по твоей. Минералочка. Хуй, нет, нихуя. Да, я там вчера, это уже не было ничего. Че, как?
Ну все, я не знаю, как ты понесешь, Санек. Это все. Вот пакет. Туда в пакет. А обратно можно все в тарелке в какой-нибудь. Че, Валерон, как сам? Ну так, сижу. Так, сижу. Нормально. С пацанами. Приняли. Не. Видосик сегодня. Готовишь? Больше 1000 подписчиков. Поздравляю тебя. Часов просмотров 168. А надо 4000. Пойдем вверх, допить. Да, вдвоем сходите за партию. Надо развеяться. А вода холодная это? Ну, она не особо холодная, но такая. Ну, попить можно. Да. Тихо, тихо, тихо. Чего ты льешься, пацан? Давай по 50 грамм или нет? Погодка сегодня ништяк. Ребята, вот вчерашний. Вчерашняя бутылка. Да, мы все. Ночная. Ночь в аду. По стаканчику охмелялись. Так, Саня готовит тут завтрак или обед. Раз. Раз и на матрас. Да, Валерий. У Валерия уже тоже ноги, блядь, заплетаются. Не, я ж не ем нихуя. От бухла, блядь. Чуть живой. Подожди, ты мне палец не хуйни. Ты нахуй нужен, с мясом хоть суп поедите. Ой. Палец. У тебя один хер. А это жидкость, она... 10 штук. Консервы кинем. А, и консервы есть. Пока выдавливают. Ну да, там. Ну да, суп размешать в горячий. Будет ништяк. Так, таблетки передал. Спасибо вам. Куплены по рецепту. С красной полосой. Заряжаем телефоны. Все ништяк. Пьем минералку. Ребята поскакали заваривать супы. Так, информация для пидор-каналов. Значит, ребятки, что вы там смотрите, ходите за мной, снимаете, куда я хожу, где я играю, что я делаю. Знаете, до какой степени мне похую на вас, что вы делаете. Вот. Не остановите вы меня все равно. Мое личное время я использую так, как я захочу. Ясно, да? И свои деньги я трачу туда, куда я захочу. А вы ходите, как мыши за мной, хвостиком, снимаете, контролируете мои движения. Вот. Как мыши, еще раз повторяю, за углом, из подвала, из окна, автомобиля и так далее. Все я вижу, вы думаете, я не вижу? Все я вижу и делаю специально, чтобы вам было интересно за мной наблюдать. Вперед! Чуходылы, блядь. Так. Ребята идут из столовой. А где второй-то? А, вон он спрятался. Вот мы и на месте. Да, Валерий, с лазгуном идем. Еле дошел, да? Я чуть дошел. Жара, солнце, нахуй оно мне надо. Нахуй. Блядь. Пойдите дожди, пожалуйста. Не надо дожди. А чуть-чуть. Не, ну не дождь, а спас. Снег. Ребята, да. Спасибо.
что это, рыбу не будешь мешать туда? Куда ты, Валерон? Так, блогер, заработай. Ставит лайки, читает комментарии. Поешь, ебты. Что пишут? А, до этого они написали. Что он делает? Куртку стирать. Он же у нас старый, он уже хоть чисто плотный, всегда за собой смотрит. Постирал куртку. Все. Привел себя в порядок. Тихо, тихо, ёпта. Это вода, не думайте, а то подумайте. Да мы видели, как ты стирал куртку. Нет, там куртка что-то было, белое. Приятно, да. Кушай, Валера, ты еле ходишь. Спасибо, сейчас поем. Вчера столько, где нажрались хрени? Вчера? Да, тушенка. Тушенка, дай. А, ну вилку, вилку дай. Тушенка ты будешь добавить? Нет, рыбу не хочу уже. Вилка или ложка? Ну вилку, да, ну, макарон. Я попробовал, понятно. Понятно. Приятного аппетита. Души всем. Как там, кто сказал, Татьяна? Татьяна Владимировна. Татьяна Владимировна, спасибо вам огромное за то, что помогаете нам, таким бедолагам. Мы тоже как-нибудь, когда-нибудь выберемся с этого болота. Болото. Это болото. Ну вот, 5 минут назад было солнечно, уже не солнечно. Ждем дождя. Да, синоптики обещали 27 без дождя. Синоптики ошибаются один раз, но каждый день. Один раз и каждый день. Что-то идите нахуй, разбирайтесь сами. Приятного аппетита. Спасибо. Ребята, спасибо вам огромное. Подписывайтесь, нажмите лайк. Аслану покушать некогда. Подписчики звонят, пишут. Ну все, покушали, ребята. Барабанят двери. Сейчас еще схожу, пойду к синему. Сашку. Сейчас посмотрим на движение, на комментарии у Аслана Исаева канал. Что пишут? Аслан молодец, что бросил пить, соответственно. Маньку не забывайте, пишут. Ее хер забудешь, блядь, захочешь. Всем здоровья, удачи, Гульнара Тактамусова пишет. Бульбаш пил сегодня? Чуть-чуть пил. Мадинат, Дагестан. Так сразу не сможешь бросить пить. Ну да, потихонечку, нормально отойдет. Доктор Айболит есть у Маньки. Санька Бульба. Аслану очень много приветов передают. Тоже мне лепилу нашли, да? Ну, много поддержки, удачи каналу. Ждем новых роликов.
Будут. Аслан, где гитара? Гитара у сестры. Поддержки, лайки много. 170 комментариев. Это прилично. Очень прилично. Это считай, 1000 человек подписчиков. Пятая часть подписчиков написала комментарий. Отлично. Спасибо, ребят, за поддержку канала. А? Спасибо огромное. Давайте. Поддержите. Да. Это Кавказ. Говори что-нибудь интересное, да, блядь. А что я скажу? На кабе. Я не в состоянии ничего говорить. Чего? Ну ты же усы сегодня побрил. Ну только усы, а дальше. Даже сил не хватило, да? Да. Не, вода хватило, но не усы. Сейчас станок в сумке лежит. Ну и что еще? Доедай лапшу-то. Я ем. Ем. Вам не оставлю. Ну шучу. Приходите к нам, поешьте тоже. А то Лариски съедят, утащат. Да мы поедим сейчас. Лариски тут, блядь, рубят уже как это самое. Как тушенку уволокли в железный банк. Да. Хуярит как пилорама, нахуй. Еще подряд, нахуй. Я 2 часов не спал вообще. Это пластмассовый вот этот трубы, блядь. Да, 13 минут. Тимон, я уже число ебаное. Что, тебе на 13 не везет? Не, я когда гляжу, да, время. 13. В основном 13. Может, они стоят у тебя? Да нет. Вон, примерли на стрелке. Да нет. Вон тикают 10, 11, 12. Ну как, они бесшумно тикают? Ладно. Хай идут. 13 цифра удали вообще. Ну, 12, потом 14 сразу. А, да. Да. Растет сразу. Носки надо менять. Или вообще их? У Валерки сегодня день начался, как будто ему баба с пустым ведром, а черная кошка с пустым ведром дорогу перебежала, и из жопы у нее соль сыпалась. Нет, соли нет. Соль не сыпалась. За ним не Лариса Борисович. Ну там же хуй поспишь. Они же там бегают слева, а ты палкой их гоняешь этой пластмассой. Я с одной стороны глушу, блядь, они ползут нахуй. А Влад с другой, а это в середине. Храпит, похуй. Я храпел, что ли? А, ты говоришь, повернись на бок еще. Я помню эту фразу. Кто это? У нас Байкал. Это чайка, да? Поморник. Это чайки, наверное. Это называется чайки. Какая-то чайка, если она, блядь, в мусорке ковыряется вместе с воронами. А какая сейчас жизнь пошла? Ну, их называют сейчас, поморники. Сейчас все перешли, и люди туда, и животные, помойки. То есть, ну как? Скоро мы здесь будем. Да, можно по-культурному это делать, знаешь? А кто-то туда соус ныряют. От бутылка дом строит, комната. А от бутылок? Да, от бутылок, да, сделаем дом. Вот раз есть. Не, надо шалаш. Как его? Брезентовый или как? Палатка. А, палатку. А я говорю, шалаш. Ну, мне 2 человека обещали. Палатку, да? Да. Охуительно было бы. А хуля матрас? Это, как называется, охочу с ним, как-то круглый. Матрас туда кинул. Ну хоть комары, блядь. А то с одной стороны крысы, нахуй, блядь. Только разогнал их, нахуй, блядь. Дремать начинаешь, тут комар уже на духа влетает, сука. Сань, ты найдешь мне или нет? Нахера она тебе надо? Нет, я просто выпью, потом круг пропускаю. Ну. Нет, ты выпей, потом да. Кушай. Ну вон стоит. Да она уже остыла, она доест. Да нет, нормально там еще.
Ребята поели. Ну, земля нагрелась, оно как бы, ну вы поняли. Ага, от земли греется. Оно ж, да, оно ж не остывает. От земли нагреешься. Когда мороз, мороз. Бля, Сань, мне надо с тобой в одно место сходить. Нищий на 27. Ну, не сейчас вообще. Мне надо сестру позвонить, сказать. Типа, таксист подъехал. Вещи и гитару. Вынесите. Если я с таким видом пойду, она уедет. Сходим, как он скажет. Да я понял. Мы там работали с этим, с Володей, с Юлей. Там на одном доме мы двери ставили. Подъездные. Сестра вынесет, отдаст. Вот. Вот это вот. Там и шмотка будет пипец. Носил фаговушки с ним. Что? Шмотка. Кому? Кроссовки, футболки. А, нам? Туфли, носки. Сестры, да, или что? Да, мне еще в среду ехать в Жуковский. Вот Марина приезжала, подписчица. Тоже она сказала, там соберет тряпок немного. Бля, просто я боюсь, что, блядь, здесь оставить там, блядь. Нет, тут нет. Вот эти сиганка, блядь, заебала, блядь. Выходит, сразу заходит. Мы так выходим, она вот так заходит. Что за люди тут? Видеть то, что мы, блядь, бедолага на улице под платформой, блядь. Ну. В середине мусор живем, блядь, и еще, блядь, у нас, блядь, спиздит нахуй. Что за хрень, блядь? Не русская это падла. Да. Да, что ругались. Цыгане, цыгане. Цыганка, блядь. А как она каталась? С вами пришла? Вон они сидят там, блядь, день сидят просто. Они же знают то, что, блядь, здесь люди есть. Когда мы выходим, они увидели. Видели, что мы пошли? Они сразу сюда. Я сюда. А, поперли шуруди. Посмотри, мы все я сумки. Я вижу, все, сумка развернута. Там все перевернуто. Вывернута нахуй, сумка. Это, бля, слава, бля, был. Как же, бля, не делается? Чего уворачивают? Ну, блядь. Вот так. Вот такие вот, ребят, движухи у нас здесь. Ребята покушали немножко, похмелились. Спасибо вам огромное, ребята. Покурить есть, вода минеральная. Купили. Все, теперь схожу. Санечек синий, жди. Сейчас приду к тебе. Подпишитесь на канал, ребята. Поставьте лайкосики, напишите комментарии. Желательно от трех слов. Спасибо всем большое. На связи, пишите, звоните. А у нас хорошо, хоть солнце спало, не так бы пекет. Ну да. Да, сейчас бы уже тут было. Главное, чтобы дождика не было. Мы бы утекали туда. Все, всем удачи, до следующих видосов.